профессия, о которой мечтают. Впечатления о первом полете просто неописуемы. Это как, ни с чем не сравнится, наверное. Почему в Казахстане не хватает опытных пилотов? Проблема подготовки кадров и есть. Она достаточно на сегодняшний день острая. В Казахстане более 30% иностранных летчиков. Это очень дорого выходит, потому что им платят не так, как нашим. Для чего наших бортпроводников заставили летать до 63 лет? Она должна на своей спине вытащить того же парламентария, который сегодня проголосовал за то, чтобы она летала до 63 лет. Господа, задумайтесь о своей жизни. Расследование Сергея Корнякова. 25 августа в 20:30. Самолет приземлился несколько минут назад. С трапа уже сошли последние пассажиры и экипаж воздушного судна. Все, кроме командира корабля, Евгения Еловенко. Он что-то проверяет, отключает и торопится. Спешит, потому что знает, у трапа его ждут. Встреча с рейса – это всегда эмоции, хотя такие полеты уже рутина, их были сотни, но Наталья всегда волнуется. Семейная пара пилотов для Казахстана уникальна. Их история очень необычна и романтична. Оба из династии летчиков, о небе мечтали с детства. Мы учились в Уральском летно-техническом училище. В 2007 году мы поступили туда, в 2008 году мы закончили. Два сезона мы работали на авиахимработах в авиакомпании «Жайнар». И мы всегда мечтали, конечно, летать высоко. В одной кабине Наталья и Евгений никогда не летали. У пилотов не принято, когда за соседним штурвалом близкий человек. В авиакомпании супругов понимают, если командировка, стараются отправлять в один город. На выходные домой тоже летают вместе. И после приземления все рабочие темы оставляют в небе. Дома об авиации стараются не говорить. Я всячески стараюсь его окружить своим вниманием, заботой. Как настоящая супруга. Это совершенно независимо от того, что такая у меня довольно-таки, как мне всегда говорят, мужественная профессия. То есть я прежде всего женщина. Авиационных историй, от которых мурашки по коже, очень много у Шмидта Сабирова. Это человек-легенда казахстанской гражданской авиации. О том, что Шмидт Омарович станет летчиком, он знал в конце послевоенных 40-х. Еще учась в школе, ходил в авиамодельный кружок. После этого провалил экзамены в летное училище, затем была стройка 6-й пятилетки в Темиртау и новая – успешная попытка покорить небо. У меня в подчинении было 9 эскадрилей. В каждой эскадрилье где-то по 20-25 экипажей. И были самолеты Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-86. Ну и, в общем-то, все это было под моим руководством. И в период, когда мы получили самостоятельность, наша республика, раньше мы летали только по Союзу, потому что международные все полеты выполняла Шереметьево в Москве. А когда мы получили самостоятельность, пришлось нам самим выполнять все рейсы. Летчик Умаров открывал самые трудные казахстанские рейсы в Японию, Южную Корею, Индию, Пакистан, ну и в Соединенные Штаты. Последний перелет, кстати, оказался самым насыщенным приключениями. Летели не через Европу, а через Якутию и Аляску. На борту 333 пассажира – министры, бизнесмены, артисты. Через сутки всех ждали в Сан-Диего. Там проходила казахстанская выставка. Вылетаем
Что случилось? Один двигатель не выходит на взлетный режим. Ну что ты будешь делать? И, в общем, дошли мы до этого, до Анкориджа, и мы нашли этот дефект и вылетели, значит, дальше в Сан-Диего. Самое интересное, что когда мы прилетели в Сан-Диего, нас там встретили эти наши гиды, эти экскурсоводы, они говорят, что там у вас случилось? Что случилось? Мы говорим, а что такое? Вот, значит, это... И у них вот этот, как его, Кинг есть, диктор телевидения американский, с подтяжками он взял. Да. И вот он говорит, на самолете Russian Jumbo, ну, русская Jumbo, значит, Ил-86, там что-то случилось. Выражение «кадры решают все» — это точно про авиаторов. Наверное, мало кто знает, но в Казахстане есть своя академия гражданской авиации. Там готовят механиков, диспетчеров, ну и, конечно же, пилотов. Между прочим, это единственное в Центральной Азии подобное учебное заведение. Академия нуждается в существенной модернизации. В высшем учебном заведении пока нет ни одного учебного самолета, тренажера или более-менее современных технологий для подготовки кадров. Но эту проблему по-своему решили в национальном перевозчике самостоятельно. Вот как комментирует ситуацию еще один легендарный действующий летчик Ербол Оспанов. Мы присоединились к международной программе подготовки пилотов «Эбенишо». Это тренировочная программа. Сейчас мы готовим пилотов в Европе, в Испании и Ирландии. На данный момент у нас около 80 пилотов уже закончили обучение и работают в авиакомпании, и порядка 90 еще учатся. Программа, с одной стороны, дорогостоящая, но тем не менее она эффективная, так как наша потребность около 50 пилотов в год для того, чтобы удержать уровень тех иностранных пилотов, которые есть в авиакомпании. Академия сейчас не в состоянии в таком количестве готовить. У нас первые коммерческие пилоты с европейским сертификатом будут к концу 2015 года. Те ребята, студенты, которые сейчас летную практику проходят в Хельсинки, у них вся программа полностью соответствует международным нормам. И получат по завершению европейский сертификат коммерческого пилота плюс наш диплом. Говорят, первых готовых пилотов в Академии подготовят в 2018 году. Очень хочется в это верить. Справедливости ради стоит отметить, работа в Академии действительно ведется. В этом году в распоряжение учебного заведения должны поступить 8 учебных самолетов и 3 тренажерных комплекса. В прошлом году, в апреле, когда подписывали меморандум с финской летной школой, там было предусмотрено две задачи. Значит, первое – это совместная подготовка пилотов в течение 3-4 лет. И второе направление было создание казахстанской летной школы. Плюс начато в этом году подготовка инструкторского состава в количестве 17 человек. А пока студенты ждут самолеты и тренажеры и слушают рассказы старшекурсников о небе. Самым успешным и удачливым студентам повезло. В прошлом году 8 выпускников направили на обучение в Великобританию по остро дефицитным специальностям авиационной отрасли. Кроме того, 12 курсантов Академии прошли летную практику в Финляндии, еще несколько в Прибалтике. Достаточно самолетный парк количественно. Вот. Самолеты Cessna, Технам, Beechcraft в достаточном количестве. Инструкторский состав у них подготовлен, проходил подготовку в зарубежных центрах и имеет все необходимые международные сертификаты. Летали в разных метеоусловиях. Был и дождь, и туман, и жарко, и турбулентность. Ну, испытали многое на себе. Также мы выполняли так называемые кросс-кантри маршруты или международные полеты с пересечением государственной границы. Из Латвии мы летали в Литву, в Эстонию. Вот это все воздушные суда Антонова, Мрия, Руслан, вот, Ан-70. И самые такие популярные антоновские модели, которые это Ан-148, это вот Ан-158 и Ан-148. Это наша неудача. То есть мы заплатили на Украину большие деньги. Вот, в плане перехода нашей авиакомпании на вот на эксплуатацию вот этих вот самолетов. Ну, по сей день ни самолетов, ни денег. В
В кабинете руководителя одной из крупнейших казахстанских авиакомпаний целая выставка достижений советского и мирового авиапрома. Наверное, около полусотни экземпляров, и это только десятая часть из всей коллекции. В беседе с Владимиром Денисовым, конечно же, говорим о проблеме подготовки кадров. Дефицит кадров ощущают сегодня все. Ощущает и Европа, ощущает и Россия. И далеко не будем ходить, ощущают и многие авиакомпании в Юго-Восточной Азии. И каждая авиакомпания решает, значит, вот этот дефицит, естественно, по-своему. Кто-то путем переманивания специалистов из одной авиакомпании в другую. Вот. Кто-то решает за счет обанкротившихся авиакомпаний в мире, начинает предлагать, устраивать, вот, переучивать, переподготавливать. Отдельные авиакомпании нашли выход из ситуации и стали готовить пилотов для себя сами. Этот учебный центр действует с 2007 года. Выпускников из академии здесь заново обучают до полутора лет. Подготовку приходится проводить на советской технике. Уже после пилотов переобучают на западной. Как правило, это происходит в Европе. В связи с тем, что отсутствует система подготовки специалистов, мы, так же как и другие авиакомпании Казахстана, вынуждены применять, значит, методы подготовки и систему подготовки европейских государств. Вот. В целом сегодня ведется очень большая программа для оздоровления в Алматинской академии гражданской авиации. И я уверен, что на будущий год будут очень хорошие позитивные сдвиги в этом плане. Мы готовы предложить любые максимальные, значит, услуги со стороны перевозчика, со стороны авиакомпании. Вот. И как перевозчик, и как учебный центр. Здесь же на базе авиакомпании проводят обучение бортпроводников с нуля. В том числе и для других перевозчиков. Говорят, ореол романтичности этой профессии исчезает уже в первые дни обучения. И как бы тяжело ему не было, это ночные перелеты. И это разное настроение пассажиров. Это есть пассажиры с детьми, которые это особая категория, когда нужно помочь той же маме, успокоить тех же плачущих детей, вот. И это обслужить во время ланча и подачи прохладительных напитков. Это умение предложить прессу и выглядеть самому прекрасно в любое время суток при любой дальности полетов и его продолжительности. Бортпроводников готовят прежде всего к нештатным ситуациям – пожарам, крушениям, приземлениям на воду. Ведь в случае серьезного происшествия именно они могут спасти жизни. Бортпроводников к этому серьезно готовят. Сейчас работает отказ двигателя. Мастер Кошин? После взлета у этого самолета отказал правый двигатель. Было принято решение возвращаться в аэропорт. В этот момент отказывает система автопилота, а при посадке на полосе оказывается другой самолет. Приходится в экстренном порядке с одним неработающим двигателем уходить на второй круг. В кабине пилотов максимальная концентрация и, конечно же, никакой паники. Такой сценарий при реальном полете, конечно же, практически невозможен. Это собственный тренажерный комплекс в другой казахстанской авиакомпании. Были отказы гидравлической системы, отказы системы управления, закрылков, отказ автопилота. Есть обязательный перечень отказов, которые нужно проходить минимум раз в полгода. Тренажер – это инструмент поддержания и повышения квалификации пилотов. В этой компании тоже готовят все кадры самостоятельно и тоже с нуля. Мы основной упор делаем на студентов третьего курса и выше, или имеющих высшее образование. Основная часть, те, которые уже отучились по программе, это выпускники Академии гражданской авиации в Алматы. Подготовка там абсолютно никчемная, но сейчас там руководство поменялось, и они серьезно этим вопросом занялись. Касательно нашей подготовки, отбор длительный, многоступенчатый. Программа первоначальной подготовки Абинишо ориентирована на молодых людей,
Ну, как правило, это выпускники к нам приходят. Это программа первоначальной подготовки пилотов, в которую прошли 192 человека на сегодняшний день. Из них 128 закончили программу, 40 продолжают обучаться в трех ведущих летных школах в США, в Ирландии и в Испании. В Казахстане летают пилоты из Англии, Франции, Италии, Испании, Латинской Америки, Соединенных Штатов и Канады. Очень много летчиков из Восточной Европы, говорят, они легче у нас адаптируются. Казахстанские пилоты, имеющие международный сертификат, тоже работают в других странах. В этом году большой приток кадров идет откуда не ждали – из Украины. Из-за серьезных проблем в стране многие пилоты были вынуждены уехать и искать работу в других странах, в том числе в Казахстане. Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, а может и во всем мире, в которой нет такого понятия, как «выслуга лет» в авиации. То есть, если раньше пилоты или бортпроводники могли выйти на пенсию до 45 лет, то сейчас только в 63. Это общее правило для всех. Какой летчик в 63 года может выдержать это дело? Ну, редкие могут выдержать, а большинство нет. Бортпроводники – то же самое. Пенсионное обеспечение, Сережа, это очень больной вопрос в целом для отрасли. Это основная причина, опять же, почему пилоты переходят в Российскую Федерацию. То есть в Казахстане тот уровень пенсионного возраста завышен, и завышен гораздо. Авиаторы считают, что вопрос очень серьезный и требует немедленного решения. Может показаться смешным, но бортпроводники тоже могут выйти на пенсию только в 63 года. А теперь на секунду представьте, как 60-летние бабушки и дедушки обслуживают салон вашего самолета. Интересно. Почему такое решение? Да потому что у всех в мозгах, в сознании такое впечатление складывается, что бортпроводница нужна только для того, чтобы поднести, унести чашку с чаем. При этом забывают, что не это главная ее задача. Главная – это ее задача в сложных условиях, при авиационном происшествии, когда не все погибли, да? А это, как правило, будет ночью и туман, и пожар, и дым. Вот в этих условиях она должна на своей спине вытащить, она подготовлена к этому. Вытащить того же парламентария, который сегодня проголосовал за то, чтобы она летала до 63 лет. По всей нашей зоне вот действует сигнет по грозам. Фактически они наблюдаются от нас северо-западнее, западнее. Верхняя граница до 10-11 тысяч метров. А пыльная буря сейчас? Я не только прогнозирую. Прогнозирует, потому что мы под влиянием холодной фронтальной системы находимся, и это все дело смещается на северо-восток. Предполетная подготовка – то, что всегда остается за кадром. Задолго до вылета пилоты проходят обязательный медицинский осмотр. Участвуют в брифинге, узнают, есть ли какие запреты, ограничения, делают расчеты, анализ и выдвигаются к самолету. На борту члены экипажа должны быть за 45 минут до вылета. Осматривают самолет, заправлен ли, нет ли каких неисправностей, проверяют бортовой журнал. Самолет готов к вылету. Пока пассажиры рассаживаются, в самолете размещают багаж и почту. Рейс Алматы, Урджар, Алматы. Это социальный рейс. Ну, это сделано специально для граждан нашей республики, да? Чтобы они имели возможность отдохнуть. Раньше Урджар был. Вообще закрыта, наверное, да, база? Только космонавты там отдыхали. Еще одна примечательная деталь из жизни летчиков. Командир экипажа никогда не ест то, что ест второй пилот. Нет, не потому, что он командир и у него особое меню. Просто в случае пищевого отравления один из летчиков должен оставаться работоспособным. Как сегодня полет прошел? Вы сами, наверное, почувствовали, да? Немножко болтало. Нет, в принципе, в штатном режиме все, да, единственное по маршруту. Погода, видишь, облачность. Да. Мощно-кучевая. Мощно-кучевая, грозовая деятельность. Ну, там всегда болтает, турбулентность там в воздухе.
Небольшой населенный пункт Урджар в восточно-казахстанской области. До китайской границы здесь около 200 километров. Самолет – это, пожалуй, самый доступный здесь вид транспорта. Сюда летает только одна авиакомпания. Самолеты приземляются 5 раз в неделю из Алматы, Усть-Каменогорска и Семея. Темпы развития отрасли гражданской авиации можно назвать в Казахстане стабильными. Ежегодно объем пассажироперевозок растет в среднем на 10%. В прошлом году, например, 5 авиакомпаний, которые занимаются регулярными перевозками, доставили до пункта назначения 5 миллионов пассажиров. Но до советских объемов еще далеко. В середине 80-х год перевозили 9 миллионов человек на своем авиапарке. Разница, конечно, существенная. Мы летали по всем колхозам, по всем совхозам, по всем райцентрам. Вот только в Алматинской области было 28 аэропортов местных воздушных линий. Это Баканас, Куйган, Корой, Топоры, Алматинские Топоры, Каскеленские, там Саркант, Антоновка, Лепсы и прочее. И Даренкол, и Чунжай, Кунжай и так далее. Сейчас они все закрыты. И очень обидно, что многие аэропорты были достаточно хорошо оснащены. В 2015-м в Казахстане появится еще одна компания, которая будет заниматься перелетами только внутри страны. На самом деле этот рынок очень большой. Просьб и предложений от региональных властей об открытии новых межобластных маршрутов очень много. Есть надежда, что с созданием авиакомпании Air Kazakhstan этот рынок будет развиваться. В рамках государственной программы транспортной инфраструктуры мы предусматриваем развитие межобластных связей. То есть это строительство аэродромов местных воздушных линий. В нашем плане до 2020 года мы планируем 16 аэродромов местных воздушных линий поднять. Из них 5 с искусственной взлетно-посадочной полосой, 11 с грунтовым взлетом. И это даст возможность уже внутри области, там отдаленные регионы, связать с областью, дальше уже область с крупными городами и выход на международные полеты. В настоящее время государством субсидируется 7 внутриобластных маршрутов. В следующем году их количество планируют увеличить. Эта программа проводится около 10 лет. И ежегодно один маршрут из субсидированного становится полностью коммерческим. Я проработал очень много в гражданской авиации, поэтому помню и практически мною облетаны все регионы Казахстана, и помню те сообщения, которые существовали. Очень забытый регион, если на сегодняшний день тот же Аркалык. Забытый регион Джусалы, забытый регион Мангистауской области, это Бинео, Жанаузень. Ну, в целом, если перечислять, то мы их наберем по меньшей мере больше 40. У нас есть, в нашей авиакомпании, есть серьезные намерения, и, в принципе, занимаемся подготовкой большой программы по именно восстановлению воздушных сообщений на местных воздушных линиях. Казахстан всегда славился авиаторами. В годы Великой Отечественной воевали и побеждали такие легендарные летчики, как Нуркен Абдиров, Сергей Луганский, Талгат Бигельдинов, Леонид Бидар. В советское время наши казахстанские авиаторы были на особом счету. Выходцы из Казахстана занимали первые посты в Шереметьево и Внуково или даже должность главного летчика Российской Федерации. И такие традиции авиаторов обязательно будут продолжены.